Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о бедах богачей и перевозках детей. У богатых свои проблемы. Нам их не понять, потому что зачастую они забавны. Вот показали в Женеве Bugatti Chiron. Гиперкар оснащается 16-цилиндровым мотором мощностью 1500 лошадиных сил. Заодно объявили цену – 2 миллиона 400 тысяч евро, и это без налогов. Нефтяные магнаты, арабские шейхи и успешные трейдеры понесли свои миллионы французской компании. И тут выяснилось, что завод фирмы просто не способен осчастливить всех желающих. На автомобиль уже поступило 200 заказов, а делает он одну машину в неделю. Очередь на Chiron уже составляет 3 года. По словам руководства Bugatti, люди, как правило, заказывают одну машину, но нашелся один передовик, который заказал сразу 6 для себя и для членов семьи. Хорошая у него, наверное, семья. Видимо, очень дружная. После ужасной аварии в Сибири, в которой погибли дети, гаишники задумались, как можно повлиять на печальную тенденцию. ГИБДД Томской области предложила изменить правила перевозки детей на автобусах. Полицейские предлагают вообще запретить перевозить детей в ночное время. Кроме этого, предлагается запретить перевозки в гололед и сильный мороз. Вице-губернатор области обратился к властям с просьбой увеличить штраф за несанкционированную перевозку детей. Сейчас он составляет жалкие 5000. Во всем мире автобусы с детьми, а особенно школьные, объект пристального внимания. Школьные автобусы в США больше похожи на президентский лимузин. Нет, не внешне. У водителя такого автобуса просто очень много преимуществ. Понятно, что и ответственности у него больше. Ведь по американским законам, случись что, водитель получит очень длительный срок за халатность. В Германии, если хотя бы один ребенок в салоне не пристегнут, транспортная компания будет оштрафована на 7500 евро, а в случае повторения лишится лицензии навсегда. У нас, к сожалению, опять свой путь. Печальный путь. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».